В момент укуса жертва получает психическую команду. Настолько сильную, что она способна подчинить себе даже динозавра. Это гуманный биологический пакт, выработанный за многие миллионы лет. Жертва делится кровью, но сохраняет жизнь. Что ж, поздравляю. Теперь ты один из нас. Люди издавна верили, что в мире торжествует зло, а добро вознаграждается только после смерти. Поэтому любой нормальный человек, который ищет счастье на земле, так или иначе встает на сторону зла. Когда границы установлены, за их пределами можно спрятать целый мир. Вампиры используют те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль движется по другому маршруту. Мой мозг начал работать по-новому. Это диктатура, как сами понимаете. Гуманная эпоха Vampire Empire. Вселенской империи вампиров. Или, как мы пишем в символической форме, Empire V. Ты не похож на людей и должен об этом помнить. Пора завязывать с этими левыми понтами. Взрослеть надо, сынок. Что мне теперь? Жить как паразит? Так ты и есть паразит. Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров, чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосет красную жидкость на самом деле.